часть самого популярного в нашем дворе ток-шоу «Кто хочет стать АСМРом?» Ба-б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 а
свою шоу в канале YouTube, на канале YouTube, и кому какое дело на самом деле, что мы взяли, где мы взяли. Поэтому мы с вами будем продолжать, и вы, наш замечательный участник, человек мой прям прекрасный, как я рад, что вы не ушли и не убежали отсюда. Я, конечно, знаю, что вот те вот маргинальные личности так караулят, чтобы никто не вышел отсюда и не вошел. Но я очень рад, что вы даже не сделали порыва уйти. Это прекрасно, на самом деле, это очень прекрасно. С вами ведущий Алексей, который смазал руки вазелином и готов продолжать наше шоу. Итак, мы с вами остановились в прошлый раз на пятой композиции, которую вы угадали совершенно верно. Это была именно вот эта группа, которую вот вы мне тогда сказали. И именно вот эта вот песня, которую вы мне как бы показали. Прекрасно. Теперь мы с вами будем продолжать. Со всем удовольствием, присущим мне, потому что я самый крутой человек на свете, конечно же. Итак, со всем удовольствием, которое присуще мне, самому крутому человеку, ведущему на свете, я вам буду сейчас презентовать следующую композицию. А вы, пожалуйста, слушайте и запоминайте, потому что вы будете это все дело отгадывать. Поехали! Самая замечательная фирменная наша аранжировочка этой песни под звуки моего желудочка, потому что я, пока вы тут отдыхали, ходили там перекусывать, я успел только воды попить, и все, между прочим, я 3 дня не ел, поэтому как бы будем с вами продолжать побыстрее, иначе я могу свалиться в голодный обморок. Напоминаю, что он спонсор нашей сегодняшней программы — минеральная вода с источника. Минеральная вода с источника — прекрасная вода, которой можно не только напиться, но и наесться. Прекрасно. А мы с вами продолжаем. Итак, вы будете угадывать эту композицию, либо соберете свои очки домой. Нет, ну серьезно, заберите уже свои очки, потому что они сколько уже лежат тут неделю. И оставили вы на пробах еще, когда приходили на кастинг, вы оставили свои очки. Спасибо, заберете. Так вот, вы будете продолжать участвовать, и мы вам тогда еще накинем вот еще 10 очков, да, то есть как бы сверху, и, возможно, еще вот как бы это самое... Хотите крысу? Нет? Ладно, беги отсюда, беги. Вот. Давайте будем продолжать, да. Итак, вы угадываете, и эта композиция называется... Не помните, да? Ну, хотя бы группу угадайте, какую, что это за группа такая? Вы знаете, я принимаю ваш ответ, он окончательный, да? Окончательный. Я принимаю ваш ответ, и, к сожалению, вынужден вас обрадовать, и вы угадали, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И вы получаете еще 10 очков. Да. Вот вы получаете еще 10 очков, и у вас сейчас 60, ровно 60 очков. Вы помните, да, что 50 очков вы заработали в прошлой серии, да, вот, и у вас теперь еще 10 очков, то есть 60. Это прекрасная новость, на самом деле, вы уже на ступенечку, да, вот как бы ступенечки, 1, 2, 3, еще понимаете, да, вот понимаете, 1, 2, 3, 4, 5, как бы вот, да. Мы ступенечку уже выше стали к нашему самому главному призу. А это 100 очков и покупка в магазине «Мурашка». Любой вещи, она, ну, как бы бесплатно, понимаете, да? Как бы бесплатно. И следующая композиция, если вы уже готовы, если вы уже можете
попробовать, то мы с удовольствием вам, я презентую вам следующую мою композицию, которую я сам сочинил, хотел, это не я сам сочинился, это как бы, это очень известная тоже композиция, вот, это очень, я могу лишь дать подсказку небольшую, что это песня, она на русском языке, как правило, поется, вот, поехали, если вы готовы уже, давайте будем начинать, я буду ее воспроизводить, итак, поехали. Называется, ну, давайте соображайте, можете посмотреть в окно, которое называется «Окно нет». Это не, так это так не работает, господи, где вы учились логике? Вот я, ладно, это не важно, на самом деле, просто назовите хотя бы автора композиции. Прекрасно, значит, три буквы, да, три буквы, вот так вот вы, значит, да, вот вы, значит, как со мной, а это не те буквы, ладно, хорошо, я понял, прекрасно, а песня называется все-таки, правильно, совершенно верно, и ба-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 
В переходе на следующий уровень, на следующий этап у нас с вами уже есть аж целых 70 очков. Это вам не хухры-мухры, это вам не черти шо, а 70 очков. Это очень даже солидная, внушительная сумма очков. Через 30 очков, ровно через 30 очков вы выиграете в нашей игре и получите самый главный приз. Это любая покупка в магазине Мурашевчик. Магазин 1001 Мурашка, который вы так любите заходить. Я знаю, о, я знаю. Это прекрасно, это очень хорошо. Итак, давайте будем продолжать. Звучит следующая песня. О, поверьте мне, вы ее слышали тысячу раз. Я вам уверенно могу сказать, что все песни, которые здесь звучат, вы их уже где-то, конечно же, слышали. В любом случае, это так. Поехали.
называется. Правильно. И здесь вы абсолютно правы, вы угадываете и получаете следующий уровень. А это значит, что у вас уже аж целых 80 очечи, то есть очковочек. Вот как вы считаете нужным, так их называйте. Это значит, что 80 очков — это очень прекрасно. Это уже в двух шажочках, в двух шажочках от финала. Напоминаю, что с каждым разом, с каждой новой песней отгадывать их становится все сложнее и сложнее, потому что у Алексея пальцы уже вот такие вот. Но это не важно на самом деле, потому что я вас верю. Слушайте, я вас верю, вы угадаете все и дойдете до самого конца. Вы будете победителем, и это будет очень прекрасно, потому что вы выиграете любую вещь из магазина «Мурашка», а также вот эту вот электробалалайку, которую я вам подарю. На ней можно играть вот так. Видите, сколько у нее струн всяких, тут вот как бы дека из цельного мексиканского дуба. Вот гриф бесструнный, универсальный, можно наигрывать любую песню на ней. И следующая композиция, она достаточно медленная, ей уже достаточно много лет. Вот, я могу сказать, что первый раз я ее услышал в 2000-х, в 2005-2006 году, где-то вот так вот. Мне очень понравился альбом этой группы, и я в одно время очень-очень сильно слушал. Давайте будем начинать. Я понимаю, что очень сложно, конечно же, угадать. Бывает, но вы попробуйте угадать хотя бы, потому что на кону у нас уже, понимаете, на кону у нас 90 баллов, 90 очков. Вы уже заработали 80. Неужели вы хотите сдаться? Неужели вы хотите уйти домой с 80 ненужными никому очками, понимаете? Да, вот. Поэтому я вас уверяю. Вот эта песня, ее многие очень все знают, практически все. Потому что она была одно время очень-очень популярной. И я уверен, что вы ее тоже знаете. Давайте, смелее, не стесняйтесь, выкладывайте, что это за песня. Песня про батю. Не, вы не угадали. Ну, давайте, ладно, еще одну попытку вам дам, уж так далеко зашли. Правильно. И эта группа называется именно так. Да. Подождите, у нас еще один остался. Последний. Супер-пупер. Супер-пупер мега призовая игра. У вас сейчас есть возможность выиграть главный приз этого шоу. А именно. Бесплатный. Любой бесплатный товар в магазине. А отвечаю на мурашка. Мурашка. Но не бесплатный как товар, а любой товар можете забрать за так, просто без лайков, понимаете меня, да? Это просто эксклюзивно. Это же эксклюзивно, понимаете? Поэтому, в смысле, вы так много лайков ставите и вообще подписаны на канал Исамурбокс, и вообще это самое... Вообще пишите каждый раз комментарий к видео, чтобы продвигать видео. Это в смысле, что? Так а что вы сюда пришли-то вообще, а? А просто поиграть хотите? Просто интересно. Это же прекрасно. Ну, в любом случае, желаю выиграть. Ведь у нас еще, кроме главного приза, вот такой вот электровеник. Вот прекрасно, прекрасно звучит. Только послушайте, да, можно всякие композиции играть. И последняя композиция. Она достаточно сложная, но я уверен, что каждый человек
который жил когда-то в Советском Союзе, слышал эти звуки по телевизору, и даже те, кто жил после Советского Союза, вот, а есть и такие люди, я к ним, кстати, тоже отношусь, в детстве своем очень часто я слышал эти звуки по телевизору, и я уверен, что вы обязательно угадаете эту композицию. Поехали! Прекрасно, вы очень угадали. Я, кстати, очень уважаю ведущего этой передачи. Это просто замечательный, прекрасный, доброй души человек. Я бы очень хотел, чтобы все люди на него равнялись. И вот я вас поздравляю, вы угадали, и вы побеждаете в нашей передаче. Вот, возьмите это. Это теперь ваш электровеник. Вы можете на нем все, что хотите, играть. Вот всякие там разные композиции. Держите, держите. Также вы выигрываете сертификат на покупку любого триггера в магазине «Мурашек». Обязательно приходите, потратьте ваш сертификат, потому что ровно завтра вечером он сгорит. Поэтому приходите обязательно и покупайте. Приходите в наш магазин. Серьезно, завтра будет магазин «Мурашек». Приходите, приходите обязательно, да. Я вам желаю успехов. Вы самый замечательный подписчик. Вы выиграли все призы в нашей передаче. И теперь наша передача обанкротилась и вынуждена пойти скитаться по миру. Поэтому я... Ах, вы меня будете поддерживать, если что. Ну, спасибо. Это очень приятно. Спасибо. В любом случае, спасибо вам огромное. Всего самого доброго, самого классного. Вы знаете, что вы самый лучший. До свидания. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!